Ну а сегодня в ДК «Салют» пригласили тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны. Их поздравили с наступающим праздником, а также наградили почетными знаками и грамотами. Не наступит такое время, когда можно будет сказать «хватит». О Великой Отечественной войне все уже сказано. Слишком много было сделано героями для освобождения Родины. Но герои – это не только те, кто защищал страну на поле боя. Победа ковалась и простыми жителями, тружениками тыла. Не секрет, что ветеранов войны, непосредственных участников становится все меньше, но также и меньше становится людей, чьим трудом страна выживала в тяжелые 40-е годы. И вот сегодня предпринята попытка со всей республики собрать тружеников тыла, тех, кто ковал победу нашей Родины. Форум тружеников тыла начался с поздравлений, а после официальной части мероприятия – праздничный концерт, который на несколько мгновений создал в зале Дома культуры атмосферу тех далеких военных лет. Каждый, кто пришел сегодня сюда, вынес все тягости той страшной войны, и у каждого из них своя трагическая история. Я училась в средней школе. Окончила я среднюю школу. Меня призывает военный комиссариат. Меня направляет на фронт. Поскольку у нас в семье было много детей, я была старшей, 5 человек детей, все погодки, меня оставили на броне. Как нам трудно жилось. Нам давали хлеба 300 грамм только, больше ничего, и вода, и сухочка. На целый день 300 грамм хлеба. Вот мы же выжили. И живем, и будем жить. Дни Великой Отечественной войны с каждым годом отдаляются от нас. Но в каждой семье есть те, кого никогда не забудут. Екатерина Харитонова, Антон Вовк, Республика.